Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу и мир всем на земле. Слава Богу, слава Иисусу Христу. Братья и сестры, приветствую всех вас из города Белгорода. Белый город, белые горы. И здесь ротонда, такое место сделано очень красивое, как напоминание людям о действительно чуде Рождества, чуде Бога воплощения, потому что надпись на ротонде как раз именно «Слава Вышних Богу и на земле мир к человекам, в человеках благоволение». Это та песня, которую пели ангелы при Рождестве Машеха, при том, как родился Христос на нашей земле. Слава Богу! Вот и сегодня благословляю всех вас, молюсь за Белгород, за землю белгородскую, благословляю священническим благословением во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры. Благословляю землю белгородскую во имя Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога за эту возможность в эти дни быть здесь, в Белгороде, служить Словом Божьим, молитвой. Я впервые здесь, в Белгороде, хотя проездом много бывал раз, но вот с поезда, проезжая этот город, благословлял всегда. Но вот по милости Господня дал Бог возможность послужить здесь церкви в таком в потоке жизни и в названии церковном, и в действительности в потоке жизни. И это замечательно. Пусть Господь благословит вас. Молитесь, друзья, о земле белгородской, о духовном пробуждении я. И молитесь о действительно разных церквях, разных общинах, и о церкви «Живой поток», и о церквях, которые здесь есть, евангельских церквях, протестантских церквях, православных церквях. И даст Бог, уже осенью хочу послужить снова в Белгороде семинаром по истории христианства. И если вы будете осенью в Белгороде, то добро пожаловать. Анонс я уже чуть позже, наверное, выставлю. Более подробно, более детальные темы семинара. Но я рассчитываю как раз не только об истории церкви в целом говорить, сколько об истории православия и вообще о реформации, потому что Господь наш есть воскресение и жизнь. Слава Ему за все! Благословляю всех вас из города Белгорода, с Белых гор. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.